Итак, всех приветствую на своем канале. Вот данная колонка, которая вызвала повышенный интерес. Я по вашей просьбе, некоторые подписчики мне задавали вопрос, что можно ли ее послушать. Дело в том, что в гипермаркете, да, где она находится, к сожалению, подключить ее не удастся, потому что именно по звуку. Так-то в сеть понятно, вот он кабель. Как мне объяснили, вот посмотрите с обратной стороны, ей нужен или ЦАП, или специальные шнуры, разъемы, которых у нас в продаже нет. Поэтому вот с обратной стороны вы можете видеть, как она выглядит, и можете видеть, какие стандарты для трансляции аудио через нее нужны. Здесь сзади вот именно трехпиновый разъем профессиональной акустики. Потом, соответственно, разъем под 6,3, да, ну и дальше внизу у нас усиление, видно, да, и варианты эквалайзерного переключения по децибелам, да, понятно, рукоятка громкости, а с обратной стороны написано, что произведено вот инженерами США, но понятно, что дизайн имеется в виду, а сама колонка произведена в Китае. Вот так она выглядит, поэтому, соответственно, по звуку не получится ее включить, по крайней мере, в настоящий момент. Хотя я специально забежал, чтобы ее попробовать для вас включить и чтобы она как-то, каким-то образом показала свое звучание. Еще раз вот такие разъемы. Ну и до новых встреч.